Ребята, привет! Вторая серия «Черепашки-ниндзя. Легенда». Легенды. Да, это «Черепашки-ниндзя. Легенды». И мы сейчас боремся с вами за еще одного персонажа, чтобы стало 5 персонажей. Там надо было пройти какой-то бой. Так, Леонардо наносит мощнейший удар, и мы пробегаем дальше. У нас здесь самые легкие сейчас персонажики идут. Ну, точнее, оппоненты... Противники самые легкие, самые простые. И вот третья волна, как вы видите, мы пробегаем вообще без особого урона. И нам вот этот персонаж нужен, вот этот, вот, против которого мы сейчас боремся. Мы, собственно, за него и проходим данную миссию сейчас. Сейчас я его буду побеждать вот таким вот сокрушительным ударом. И все, и у нас появится еще одна карточка и новый персонаж. И у нас будет 5 персонажей, с которыми мы будем проходить эпизоды далее. О, у нас новый уровень 5, это очень здорово. Нам дают карточки, вот сейчас в этой карточке и будет. Так, 6 пиц, монетки. Угу. Это какой-то другой. А вот нашу карточку дали нам, отлично. Собираем, переходим в список. Так, и у нас появилось... Вот сюда заходим, новое, нанять. Нанимаем этого монстра, монстрилу просто. Что это за монстр такой? Делаем опыт ему. Опыт. До 5 уровня его докачиваем. Так, все, дальше нельзя. Да, до 5 уровня это, в принципе, вполне нормально. И мы нанимаем этого персонажа. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5 персонажей. Так. И здесь можно, я так понимаю, прокачать наших героев, потому что появились навыки. И вот сюда заходим, прокачиваем. Давайте всех прокачаем, потому что у нас все сложнее и сложнее идут противники, а, собственно, персонажи у нас остаются на том же уровне наши. И давайте мы их последнего прокачаем персонажа. Все, отлично. Дальше проходим эпизоды. У нас сколько у нас пиц, я не вижу. Сейчас мы зайдем в бой. И у нас 51 пицца. Мы можем проходить сюжет далее. Нажимаем 6 спиц, берем еще одного героя. У нас получается 5. 5 на 5 получается. И в бой отправляемся. Так, подождите секунду. Нельзя бросаться на крэнгов, не разобравшись в плане. Это слишком опасно. Да какая разница, ты боишься черепаха? Мы можем добраться до крэнгов, значит надо атаковать. Я согласен с большой ящерицей. Они напрашиваются на драку. Ну тогда давайте приступим к драке. И у нас, смотрите, 5 героев. Самый главный из них, конечно же, Рафаэль. Это наша черепашка-ниндзя Рафаэль. И бабах, мы поражаем их звездочками. Звездочками. Так, сейчас у нас удар вот этого монстрила идет. Давайте проверим, как он бьет. Ну, не особо сильно, но тем не менее, это уже лучше гораздо, чем все равно 4 героя. Впятером играть гораздо легче. И наносим, какой хороший удар, но не сокрушительный. Сокрушительный наносит осьминог. Так. И у нас сейчас будет такая войнушка. Ну, эта игра, конечно, для меня новенькая, поэтому проходим пока так. Я не особо знаю, какой герой суперсильный, какой нет. Так, я вижу, что у нас у всех пятерки. И вот против красного борется круче всего красный, так я понимаю, да? Или как это происходит вообще? Ребят, если вы знаете, пишите в комментариях об этом. Я просто пока не силен в данной игре. Я вот всеми подряд рублюсь здесь. Понимаю, что это какие-то монстры. А хотелось бы видеть 5 черепашек-ниндзя-легенды. Ну вот, да, хотелось бы всех черепашек-ниндзя видеть. Микеланджело, Донателло, Рафаэль. И кто там еще был? Еще кто-то был. Не помню уже кто. Так, давайте подлечим наших героев. С помощью Рафаэля. Далее наносим удар вот этим монстром, который крутится, вращается. Эй, ты же, что за удар был? Это было мимо как-то, по-моему. Это сильный пулемет у тебя, дружище. Но я тебе сейчас... Рафаэль нанесет тебе хороший удар. И заключительный будет вот этим монстром. Так, третья волна. И в третьей волне... Вот это да! Это что за кузнечик там такой посередине стоит? Это что за кузнечик хочет нас атаковать сейчас? Так, надо его опередить. У них осталось два всего противника против нас. А сейчас будет... Нет, одного не будет. Все-таки будет их двое. Ага, он восстанавливает энергию. Давайте тогда его уберем. И остался вот этот кузнечик.
Ох ты, как он забрал энергию у всех! Ничего себе, какой он сильный! С ума сойти! Вы посмотрите, я ему наношу урон, он вообще не побеждается. Не, ну так дело не пойдет, конечно. Нас осталось. Он сейчас еще один раз нанесет удар по всем, и все умрут. А, это был у него супер удар, да, ульта такая. Ну ничего, я надеюсь, хватило. Фух, я думал, мы все-таки не справимся, но мы справились. Жалко только Леонардо потеряли, но тем не менее мы справились. Собрать, собираем все штуки. Давайте дальше идем по эпизоду. И я сейчас думаю, сейчас у нас противники уже будут гораздо сильнее. Вот, мы против роботов будем сражаться. Тот, кого называют черепахой, был обнаружен датчиками, настроенными на обнаружение тех, кого называют черепахами. Да, логично. Эта новость порадует Крэнгов. Мутанты угрожают планам Крэнгов. Приготовьтесь схватить того, кого называют черепахой. Ага, они хотят схватить нашего Леонардо. Ребята, ребята, что творится? Надо, блин, срочно их побеждать. Иначе они схватят Леонардо, и у нас ни Микеланджело, ни Донателло, ни Рафаэля, ни Леонардо. Надо, значит, их победить всех, пройти все три волны. Эй, ты куда такие мощные удары вы наносите? Так, Леонардо, давай подлечи своих собратьев, если это можно так сказать. Ну вот, и мы не убиваем этого главного. Ты посмотри, он в каком красном пиджаке. Видно, это какой-то суперзащитный красный пиджак, раз мы его не можем победить. Так, этот робот какой-то суперсильный. Вот, Леонардо классный удар наносит ему, что прям очень близко к критическому. Так, вторая волна. Уже 4 робота. 4 робота это немало. А, так, осьминог. Осьминог стал наносить получше удары после того, как мы его прокачали. Блин, мы никак не можем победить этого робота. Все удары с первого раза мы применяем только на одного робота. И этот восстановил их немножечко. О, так, это плохо. Они все атакуют Леонардо нашего. Агрится прям на него, потому что они понимают, что он самый сильный герой у нас. Это очень плохо. У Леонардо осталось мало жизни, совсем мало жизни у Леонардо остается. И вот они все-таки восстанавливают энергию друг друга. Это плохо тоже. Это нам не нравится. Так, остался один противник. И этого одного противника хватит на то. Ох, как хорошо, что он не по Леонардо стрелял. Иначе сейчас бы мы лишились черепашки-ниндзя нашей. Но черепашка-ниндзя дойдет до следующей волны. И я надеюсь, что мы применим сейчас восстановительную силу черепашки-ниндзя. И он восстановит как бы энергию. Вот это робот. Вы посмотрите, какие пушки у него огромные. Он суперсильный какой-то, блин, получается. И суперстрашный. Так, самое главное, чтобы он не в Леонардо. Ай, ну как я не хотел, чтобы он именно в него бил, а? Это очень плохо. Он, конечно, супер силен, но, блин, я боюсь, что вот эта ящерица, она тоже не доживет до следующего своего удара и супер удара, и он убивает слишком быстро вот этот. Да, он именно в ящерицу стреляет, и у нас осталось три героя. Ну, конечно, нас не хватит. Я боюсь, что мы не пройдем. Ой-ой-ой-ой-ой. А восстановиться-то и нечем. Ну, все, он нас победил, да. Его мы пройти не сможем. Все, он убивает одного за другим. Просто вы посмотрите, какой он сильный, а. Нет, одного за другим он убивает. И остался у нас. Ой-ой-ой, еще и два удара подряд он нанес. Все, поражение. Я не знаю, что нужно делать сейчас, конечно. Вот что нужно делать, чтобы его победить? Он очень силен. Это, кстати, главарь эпизода. Как же мы можем пройти это все дело? Давайте выполним какое-нибудь задание, может. Может, с помощью какого выполнения задания нам получится собрать какие-то карточки, я не знаю, там так, 12 пиц. Окей, тратим 12 пиц. Нам надо еще немножко прокачать наших персонажей, чтобы они стали помощнее, иначе мы просто не одолеем этого робота. Робот попался достаточно сильный, и как бы, ну, его реально не получается победить с теми силами, которые у нас сейчас присутствуют. Так, давайте ударим вот так вот. Далее нанесем урон вот этому по центру. И в красном пиджаке я надеюсь, что мы его победим сейчас. Да, мы его побеждаем. Проходим ко второй волне. Это достаточно. О, привет! Мы видим знакомого персонажа. Сейчас мы тебя победим. Их-о! Так, их осталось двое. А у нас пока пятеро. Ну, я думаю, нас
ни одного не победят у нас персонажа, потому что, в принципе, мы справимся со всеми. Если, конечно, вот эту девушку не будут агриться, вот этот осьминог, о, нет, он на ящерицу начал нападать, это хорошо. Пусть он нападает на ящерицу тогда. Ох, какой хороший удар наносит Леонардо, красавчик. Не, черепашка-ниндзя все-таки самая сильная, блин. Вот всех бы иметь сейчас в арсенале черепашек-ниндзя было бы вообще здорово. Но так как у нас она только одна, нам приходится сражаться с монстрами в своей команде. Ну, это хоть что-то. Лучше, чем ничего. Так, и я предлагаю, давайте потратить еще 12 кусочков пиццы. Там будет какой-то босс сейчас. И, я надеюсь, дадут какую-то хорошую штуку нам в конце. Карточки какие-нибудь, с помощью которых мы сможем прокачать. Хотя бы прокачать Леонардо мы сможем. Ну, мы, наверное, всех прокачаем. Блин, хотелось бы, конечно, черепашек-ниндзя открыть всех. Но это, наверное, будет не скоро. Я не знаю, конечно, как быстро здесь это все открывается. Да какой хороший удар. Так, остался один робот, и он стреляет по нашему главному герою черепашки-ниндзя. Это очень мне не нравится вообще-то. Так, пробегаем ко второй волне. И во второй волне там будет, да, там будет босс. И это вот этот, который с огнем. Ох, какой он зверюга, блин, а. Он сейчас будет на нас нападать. Я надеюсь, что мы успеем сейчас подлечить наших героев. Так, мы такого, по-моему, уже... Ой, да он легко побеждается, он очень слабый. Мы вон уже более половины жизни у него забрали. Ох, да ладно, он с одного удара просто Леонардо убил. Но это очень... Вот на это я вообще не рассчитывал. Да хорош, да дай нам подраться немного. Что ж ты убиваешь у меня одного за другим героя? Он просто, да, дали слово. Ну все, что, у нас один остался? Да нет, да как они это делают? Они вообще не дают мне поиграть. Я потратил 12 пицц на тебя, ты что делаешь? Вообще очень плохо. 6 уровень, так, все, прокачиваем наших героев. У нас до 6 уровня можно прокачать героев. И нам дают какие-то карточки. Я надеюсь, сейчас мы прокачаемся. Так, дали вот этого персонажа еще. А что это за персонаж, кстати? Нет, я пока не пойду тут драться, мне надо посмотреть, кто у меня, кого я могу еще выбрать. А я больше никого и не могу выбрать. Но я могу прокачать зато ребят наших еще на 2 уровня. Вот это мне очень... А, на 2, на 1 только могу прокачать. Вот, кстати, я могу сделать удар посильнее у Леонардо. Это очень хорошо. Давайте девушку прокачаем, потому что... А, у нее удары никакие не прокачиваются. Да, если так... У нас 643 энергии. И мы, в принципе, можем что сделать? Можем сделать немножечко вот так вот. Мы сейчас просто прокачаем их всех до 6 уровня и попытаемся пройти снова вот этих вот главарей. Главарей, конечно, пройти не так просто, как хотелось бы. Вообще не просто. Так, я потратил целых 12 этих, как его? Целых 12 пиц я там потратил. Ну, давайте здесь под... Нет. Список. Задание. Вперед. Нет, задание забрать. Ну, придется драться вот с этим боссом, с этим роботом. Ну, пойдем. Мы сейчас немножко посильнее стали. И немножко прокачали силу вот у Леонардо и у осьминога. По-моему, или у осьминога, или вот этого вот другого, которого. Я надеюсь, что мы сейчас... Ну да, посильнее. Сейчас мы звездочки даже кинули. Не по 30 энергии забрали, а сразу по 50. Это, мне кажется, уже гораздо лучше. Да куда вы так кидаете эти свои штуки? Я думаю, надо подлечиться немного. Подлечимся сейчас вот так вот. Все, всю энергию восстановили. Стреляем вот сюда ультой. А, и мы не выиграли тут. Это плохо. Так. Надо робота... Вот, робота побеждаем. И все, отлично. Мы здесь, в принципе, все целые прошли. У нас энергия... Не энергия, а наша жизненная сила. Она... Полная. Ты посмотри, как слабо мы наносим удары. Это просто ужас. Да вообще, что за удар сейчас был? Ящерица, это не знаю прям. Надо всех срочно черепашек-ниндзя открывать. Потому что это ящерица, это осьминог. Они какие-то уж очень они слабые. Так, я предлагаю сначала вот этого ударить. А, он на себя все удары принимает, да? Ну окей, сейчас мы тебя и так завалим. Ты можешь не переживать.
Ты давай в нашу ящерицу не стрель. Ой, у нас сейчас осьминог помрет скоро. Надо срочно с осьминогом выздороветь его срочно надо. Леонардо, давай быстрее восстанавливай свою суперспособность восстановления. Так, мы проходим к нашему, не к нашему, а к этому суперроботу большому, который быстро нас в тот раз одолел. Но сейчас, я надеюсь, у нас получится его победить. Иначе просто я не знаю, что делать. Других способов его победить сейчас просто у нас не имеется. 30 всего, да это так мало. И ну конечно же сразу он убивает осьминога. У осьминога было меньше всего жизней. Да, Леонардо еще не скоро восстановит свою энергию. И блин, это очень плохо. 69. И он сейчас, да что ты сразу во всех-то стрельнул. Блин, как это плохо. Все, он убил девушку. Да, блин, Леонардо восстановит только в следующем круге свою эту суперспособность, и он его убьет до этого момента, конечно же. Ну, конечно, конечно, вот у нас остается последняя, так, ящерица, да? Да ладно, ну что ты будешь делать? Так, Леонардо, не знаю, победит он его или нет, ну, надеюсь, ну, да все, он нас побеждает. Смотри, второй выстрел сразу в Леонардо, да? Ну, конечно. Ой, да ладно, да ладно. Есть! Да как так? Я же хороший удар нанес. Ну почему? Почему это снова поражение? Нет, у нас осталось 17 пиц. И я не знаю, что делать. Мы не можем забрать почему-то так. Вот так и вот так. Седьмой уровень. О, круто! Седьмой уровень. Но на самом деле... Давайте откроем карточки. Может, нам дадут нового персонажа? Микеланджело начали открывать. Круто! И Рафаэля карточка была. Вот это здорово. Микеланджело и Рафаэля, ребята. Скоро будет еще две черепашки-ниндзя. Вот это здорово. Вот это, блин, я рад. Прям на самом деле это супер круто. Потому что я так хочу играть черепашками-ниндзя, а не вот этими монстрами. Ведь на самом деле черепашки-ниндзя-легенды — это именно черепашки-ниндзя. Причем здесь монстры, я вообще не понимаю. Я не хочу играть монстрами, я хочу играть черепашками-ниндзя. Так, давайте пойдем в бой. Сюжет, глава 2 и монстр. У нас 6 пиц сейчас потратится, ну и у нас уже все 7 уровня. Все. Я надеюсь, сейчас... Мы намного легче, ну точно его одолеем, потому что в прошлый раз, ну оставалось, ну прям супер чуть-чуть прям победить, чтобы его, прям вот немножечко. И поэтому я надеюсь, что именно сейчас мы его одолеем все-таки этого супер противника в самом конце, который на нас нападает. Так, Леонардо ударит по вот этому роботу, и он его не побеждает, да что же такое? Так, тогда ящерица его побеждает, давай тогда уберем вот этого. И девушка у нас убирает вот этого робота. Не убирает? Да почему? Она же должна была его победить сразу. Они защищаются очень хорошо еще, я смотрю. Так, давайте восстановим энергию чуть позднее нашего Леонардо. Да, чуть позднее. Сейчас будем пока драться, потому что сейчас еще немножко нас подобьют. И после этого я восстановлю энергию. Сейчас я не вижу смысла тратить эту суперспособность Леонардо. Ну, иначе мы сейчас ее потратим, и потом нас робот опять, ну, как бы выиграет он нас, блин. Хватит восстанавливать там жизненные силы свои. Восстанавливаются они так быстро. Сейчас мы вас победим тут всех. Так, держи. Их осталось только двое. Ну, вот их уже осталось один только. Оп. Так, этот один сейчас стрельнет по-любому, да. И я вот сейчас на самом деле предлагаю Леонардо восстановиться перед роботом. Как раз мы сейчас восстанавливаемся вот так вот. Наносим удар, и нас ведут к боссу. Все, мы полны энергии. Я надеюсь, что именно сейчас у нас это получится сделать, потому что, ну, сейчас жизненная энергия у всех на максимуме. Я надеюсь, он нас так просто не убьет. И плюс мы еще удары наносим теперь помощнее, потому что все мы 7 уровня, а робот, собственно, 8. Вот почему он нас побеждал. Ну, оно и понятно. 8 уровня робот — это очень сильно. Блин, вот где надо было использовать сейчас эти восстановительные энергии. Блин, все-таки я неправильно делаю. После первого вот этого суперудара этого робота надо восстанавливаться. А я слишком рано это сделал. Да. Вот где моя ошибка была основная.
Так, но у робота этого осталось, в принципе, чуть-чуть энергии, и он еще ни одного героя нашего не победил. И я думаю, что все, это его конец. Да, офигеть, ребят, мы даже ни одного персонажа не потеряли и победили этого босса. Все три звезды забираем, супер круто, надо было всего лишь докачаться до 7 уровня. Здорово, здорово, здорово. Так, дайте нам каких-нибудь карточек классных. Дали нам? Нет? Я хочу Микеланджело, чтобы нам дали. Дайте нам Микеланджело. Микеланджело, хочу, 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 хочу. Да нет, какого-то монстра опять дают нам. Блин, одни монстры. А хочется найти, конечно, Микеланджело. Так, открыли третью главу. Но третью главу мы с вами будем проходить в следующий раз. Поэтому, ребята, ставьте обязательно пальцы вверх. Пишите в комментариях, как вам эта серия. Какие герои вам больше всего нравятся. И какие, собственно, у вас открыты герои. Все, ребята, до новых встреч. Пока-пока.